Achtung! Bereitschaft 30 Minuten! Uhrenvergleich! Uhrenvergleich verstanden? Uhrenvergleich verstanden? Uhrenvergleich verstanden! Rakete vorbereiten zum Abfeuern! Rakete vorbereiten zum Abfeuern? Rakete vorbereiten zum Abfeuern! Rakete vorbereiten zum Abfeuern! Achtung, Bereitschaft 10 Minuten! Bereitschaft 10 Minuten. Bereitschaft 10 Minuten. Bereitschaft 10 Minuten. Alles in die Unterstände. Alles in die Unterstände. Alles in die Unterstände. Alles in die Unterstände. Feuerbereitschaft, Rakete melden. Feuerbereit. 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 Startschlüssel. Verlängerung. Drainage. Anblasen. Zündung. Январь 1945 года. Стратегическая обстановка на театрах военных действий в Европе уже не вызывает сомнений в исходе войны. Поражение фашистской Германии неизбежно. Однако гитлеровцы продолжают отчаянное сопротивление, цепляясь за каждый рубеж, каждый населенный пункт, каждый дом, превращенный в крепость. Они обрушивают на столицу Англии Лондон ракетные удары, бессмысленной жестокостью уничтожая детей и женщин. Наступление советских войск ежедневно приносит новые данные о кровавых злодеяниях нацизма. Польско-советская чрезвычайная комиссия установила, что в лагере Майданека только в печах крематория было сожжено свыше 600 тысяч человек. На кострах в Кремпецком лесу 300 тысяч. А в двух старых печах свыше 80 тысяч. В самом лагере возле крематория сожжено не менее 400 тысяч человек. Преступная горстка главарей фашистской Германии бросает в огонь все новые и новые тысячи немецких солдат. Гитлеровцы хотят выиграть время, оттянуть конец войны всеми средствами, чтобы успеть скрыть следы чудовищных преступлений против человечества. Оттянуть конец войны, чтобы скрыть следы преступлений? Нет. Соединение ракеты с зарядом, взрывная сила которого основана на расщеплении атомного ядра, создает предпосылки для появления принципиально нового оружия, оружия массового уничтожения. Мы имеем данные, что именно на такое оружие надеется Гитлер. Если ему удастся его получить, печи Майданека окажутся кустарщиной. Нам нужно сделать все, чтобы выбить у них из рук этот козырь. Полковнику Млынскому.
примите срочные меры по объектам особого лагеря Дора с целью срыва или замедления производства ракет Фау-2. Способы транспортировки и места хранения ракет и горючего для них. Особые усилия необходимо предпринять для получения чертежей ракет и сведений по технологии их производства. Выясните производственные связи Доры с заводами-поставщиками и их точное местонахождение. Продолжайте настойчивые поиски складов с компонентами для производства оружия, основанного на расщеплении ядер урана. Координируйте действия и поддерживайте постоянную связь с отрядами Осмолова морского железняка. Опирайтесь на чехословацких партизан и немецких антифашистов. Если вам понадобятся отдельные специалисты или подразделения, дайте на них заявку. Антонов. Еще немного, скоро база, ребята! Товарищ полковник, с благополучным возвращением. Спасибо. Вольно. Здравствуй. Вот кого я 100 лет не видел. Наконец-то. Ну, высоко вы забрались. С внутренним расположением лагеря, Иван Петрович, вы уже ознакомились. А вот подступы к нему мы выбирали так, чтобы одна только вот эта... Велитель Československого партизанского отделу капитан Войта. Я сам Милан Вожак, комиссар отделу. Командир советского партизанского отряда, лейтенант танковых войск Нечипаренко. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, хозяева чешских гор. Добрый день. Раздевайтесь. Спасибо вам за гостеприимство. Добрые видятся у нас в детском мире. Добрым гостям они всегда рады. Ну, раз так, тогда просвещайте. Když наплнили ваш предхазаючий укол, zjistili jsme, že speciální vlaky z Veličky přes Ostravu pokračovali do Nordhausenu. Выполняя ваше задание, они установили, литерные поезда из Велички через Остраву направляются в Нордхаузен. Из Нордхаузена są посыланы влаки по zvláštní трати и везут ракеты смерем на север. Именно из Нордхаузена на север уходят поезда с ракетами. А мимо того, Нордхаузен неустале спойни с Опавой и с Корценом. Нордхаузен имеет связь с Корценом и Опавой. Опава у меня нет на карте. Но вы имеете немецкую мапу, no. А немцы означили... Опаву, как тропау, тады. А, тропау, тропау есть. То нет, долго то уж тревать не будет. Но это не будет долго продолжаться. Не будет. Влаки с дилей на ракеты се формуют в Опаве приблизно 1 тижня. Составы с корпусами ракет формируются в Опаве раз в неделю. Товарищ полковник, а если вывести из строя станцию и таким образом перехватить эшелоны, то можно остановить или задержать производство ракет? Гасан. Виктор Сергеевич, да? Надо прощупать подходы к этим объектам и установить прочные связи с разведгруппами, выведенными в Остраву и Прагу. Хорошо. Как вы думаете? А я думаю, сначала надо подкрепиться, а потом решать. Ух ты! А что же ты такой, Ерофеич? Говорят, заяц. Вкусно. Николай Васильевич! Какими судьбами? Здравствуй, Иван Петрович. Не ожидал? Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. А я прилетел по заданию ЦК. Очень рад. Твой новый заместитель по политчасти, Канин Федор Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник.
Ну, хват! Ну, подполковник! Ошиблись, Николай Васильевич. Погоны привез, поздравляю тебя. Благодарю. Здравствуй, Ерофеич. Здравствуй. Живой? Живой, скрипим помаленьку, война не масленица. Очень рад тебя видеть. Я рад, и я. А тебя, крестница, увезу с собой. Хватит, отвоевалась. Инженер-подполковник фон Бюцу прибыл в ваше распоряжение. Ядрит твою курицу. Так это же старый знакомый. Граф Мордомочила. Да они еще доброго целоваться начнут. Тише, Ерофеич, он не просто пленный. Пленный. Видал я, небось, как они с нашим пленным. Сержант Ерофеев. Я. Вот, проводите гостя и позаботьтесь о нем. Есть. Комхер, пойдем. От имени Президиума Верховного Совета поздравляю вас с высокими правительственными наградами. Дорогие товарищи, мы с вами находимся у границы фашистской Германии. Вот она, за этими горами. Нам предстоят еще тяжелые бои. И я сегодня хочу напомнить вам, что еще в 42-м году, когда враг стоял у Волги, верховный главнокомандующий сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Мы принесли границам Германии не месть, а освобождение от фашизма. И сегодня мы должны показать народам Европы, в том числе и самой Германии, что советский солдат – это человек, который несет людям свободу, счастье и мир». С чем приехал, Николай Васильевич? Рассказывай. Ну, значит так, Иван. Твой план операции Дора одобрен. Но ситуация и задачи резко изменились. Сейчас важно не только добыча разведданных, это пойдет своим чередом. Сейчас очень важно сорвать или хотя бы затормозить программу производства ракет. Ты знаешь, эти сволочи уже готовят атаку на Москву и Ленинград ракетами. Я знаю. В последнее время в Доре были серьезные провалы. Значит, там, на месте, надо наводить новые связи. Принимать решения и самостоятельно, и немедленно. Да, да, конечно. Тогда я должен это делать сам. Прав ты в том, Иван, что здесь очень нужен твой опыт и мудрость. Я перед отъездом встречался с немецкими товарищами. Показывал им эти фотографии Вилли Зейферта и члена ЦК Компартии Германии Альберта Кунца. Товарищ Пик подтвердил, что Кунц должен быть сейчас в Доре. И что это именно их фотографии. Угу. Это тебе поможет. Да, поможет. Спасибо. Спасибо. И еще, Иван, за своих не беспокойся. И постарайся вернуться. Фюрер требует немедленного увеличения производства сверхмощных ракет. Для строительства подземных заводов можете брать из концлагерей столько рабочей силы, сколько нужно. Миру будет диктовать свою волю тот, кто первым овладеет новым оружием. Мы опередили всех по меньшей мере на 10 лет. В этом залог нашей победы.
Для агентуры противника доступы к вашим объектам должны быть намертво перекрыты. Проверьте всех, кто имеет или имел отношение к объектам группы А. Guten Tag, Fräulein. Добрый день, Фрейлен. Das läuft wie geschmiert. Königsspiel. Wie lange kann man denken? Wir spielen doch nicht Schach. Mein Gott, dauert das lange. Jeder hat heute einen Glückstag. Bitte? Sagen, danke. Das Spiel, so spielt man mit Studenten. 18? Ja, 20? Hatten Sie in letzter Zeit Zahnschmerzen? Время 20? Не болели зубы? Aber ja. Болели. Gestern war ich bei Professor. Вчера я была у профессора. Ja. Ihre Rückgabe. Он передал 9-го заправленная машина с документами на имя шофера остарбайтера Ивана Лунина должна стоять на площади города Бадельстра, напротив Курзала. Klar. Плохо спали ночью? Меня разрешают гулять только ночью. А, да, это в интересах дела. Господин полковник, я до сих пор не знаю, с кем я иду. Что это вы читаете? Шиллер. Шиллер. Сколько времени вы не были дома? 13 месяцев и 4 дня. По нашим данным, у вас дома все по-прежнему, все... Здоровы. Впрочем, вы сами скоро увидите. Вы знакомы с штурмбанфюрером Занге? Нет. В тот день, когда вы попали к нам в плен, он ехал в том же поезде. Не знаю. Он мог вас видеть, а в Доре вы с ним встретитесь. Понимаю. Господин полковник, и все-таки, с кем я иду? Со мной. Подождите, брат, успеете свои награды обмыть? Вот какое дело. Сегодня некоторые наши боевые товарищи расстаются. Я бы сказал, не просто... Николай Васильевич, можно я сам? Ну, давай, давай, давай. Друзья мои боевые, много трудных дорог мы прошли вместе, много хлебнули горя. Что делать, война, и чаша еще не допита. И что говорить, счастье на войне вроде как бы и не ко времени, но оно пришло. Ирина, иди сюда. И у меня снова есть семья. Знаете сами, свадьбы у нас не было, поэтому я вас сегодня всех приглашаю быть моими нашими, нашими гостями. Горько! Горько! Погоди, Валя! Конечно, жениться по нынешним временам, это все одно ж с колокольни прыгнет. Но, как говорится, война войной, а жизнь она берет свое, и это прекрасно. Ирина Петровна. Иван Петрович, дай Бог вам всего доброго. Спасибо тебе, Рафиль, за все. Попов мы отменили. Ну? До ЗАГСа бежать далеко. Далеко. Деваться некуда. Тебе, секретарь, благословлять, чтоб все было по закону. Ну что ж, ЗАГСа действительно нет. И бумажки здесь ни при чем. А свадьба ваша настоящая. По человеческому закону. Я благословляю вас на большую жизнь и на счастье.
А теперь как ты говорила? Горько! 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 Держись, дружочек. Первый раз в самолете летишь? Да. Я тоже. Скоро линии фронта. Уже немного осталось. Ты что это такая грустная, а? Война идет к концу. Скоро увидитесь. Скоро. Я сделаю все, как мы договорились. Заберу Мишутку из детского дома. Рожу тебе здорового сына. И мы все втроем будем тебя Не бойся, осторожно. Осторожно. Давай, Мирки. Ирина, я приказываю, уходи! Слышишь? Уходи, говорю! Ирина! Да, Федор Федорович, Виктор Сергеевич, связь со мной, еще раз напоминаю, связь со мной через Бюцева по каналам профессора и Карасева. На самого Бюцева выходить только в крайнем случае. Есть. Его обратное внедрение в вермахт стоило центру большого труда. Ну, не поминайте лихом. Иван Петрович, возьми меня с собой. До границы нас доведет капитан Войта, и там нас встретит. Так что все будет в порядке. Ну, до встречи.
Ерофеич, миленький, беда-то какая, Ирина Петровна. Молчи, Катя, молчи. Волнуетесь? Да, разумеется. Честно говоря, я не думал, что вернусь так скоро. Для вас Германия — это зло и насилие, но это моя родина. Господин полковник, я помню нашу первую встречу. Земланка в лесу, допрос. Тогда вы сказали, ваша судьба в ваших руках. Это хорошо, что вы помните. Такие люди, как вы, Бютцев, очень нужны сейчас, но еще больше будут нужны послевоенной Германии. Профессор подтвердил, Дора Миттельбау, филиал концлагера Бухенвальд. Вилли Зайфорд по-прежнему работает в канцелярии Бухенвальда. Я буду ждать вас в Доре. Вы готовы? Значит, Бухенвальд. Готов. Тогда поедем. Что он натворил? На автобане около Готы машину обстреляли какие-то люди. Шофер повел себя подозрительно. По-моему, умышленно снизил скорость. Около Готы? Да. Где-то там скрываются бежавшие из лагеря поляки. Каминский. Займись им. Name? Фамилия? Лунин. Vorname? Иван. По Аусвайсу Лунин Иван, номер 27623, был направлен в рабочую команду из лагеря военнопленных 211 в Польше 11 января 1945 года. Я могу уехать? Пожалуйста. Распишитесь здесь. Bitte. Los, macht schon los. Seitenrichtung. Jetzt geradeaus. Куда ты меня ведешь, Зайферт? Откуда знаешь эту фамилию? От профессора. Ясно, что нужно. Организуйте отправку меня ближайшим транспортом в Дору. Ахтун, внимание! Бегом! Шапку долой! Господин рапортфюрер, кассетника номер 62-672, веду в сам пропускник. А, русский? Зачем ему сам пропускник? Сдохни ты так. Шестой ревир. Слушаюсь. Марш! Лос! Лос! Продержись несколько дней. Мы тебе поможем. Лос, rein! Los, bewegt euch! 72, 73,
Особый лагерь Дора. 29 января 1945 года. В декабре 43 года вы служили в штабе генерал-инспектора инженерных войск. Да. В конце декабря вы исчезли. Что значит исчез? Я был тяжело контужен при нападении партизан на поезд и доставлен в госпиталь без сознания. Да-да. Ваши вещи и документы нашли потом. Как долго вы пролежали в госпитале? До 12 марта 44 года. Это соответствует выписке из истории болезни. Но, к сожалению, полевой армейский госпиталь номер 118 в июне в полном составе попал в окружение Белоруссии. Поэтому мы никак не можем использовать архивные данные. Если вы не доверяете мне... Что вы? Что вы? Садитесь, садитесь. И бросьте ваши амбиции. У меня достаточно много очень хороших рекомендаций о вас. Но специфика нашей работы требует от нас повышенного внимания к людям. Мы увеличиваем объемы строительных работ на новых объектах особого лагеря Дора. Поэтому мы нуждаемся в толковых инженерах. У вас будут довольно широкие полномочия в Доре. Работа по вводу новых цехов идет медленно, Бюцов. Вольф снимет с нас головы, если мы не закончим к марту. Такой объем работ. Производство ракет Фау-2 должно быть увеличено до 900 штук в месяц. Судьба Германии решается здесь, Бюцов. К сожалению, заводы-поставщики в Корцене и Тропау сейчас уязвимы для авиации противника. После завершения последней очереди работ в Доре, вопрос их безопасности будет решен. Этот цех сборки ракет недавно введен. Он еще не полностью оборудован. Устанавливаем конвейер. Саботаж, нераспорядительность, раскачка должны пресекаться немедленно и жестоко. Рабочим скотом обеспечим вас в любом количестве. Слава богу, это не лимитирует нас. Время, время, вот что у нас в дефиците. Мне нужен не скот, а квалифицированные специалисты, штурмбанфюрер. Я прошу разрешить мне отбирать людей самому. Я же сказал, что у вас будут самые широкие полномочия в Доре, господин подполковник.
Швайзер! Сварщик. Шлозер! Слесарь. Милан Новак, Маура. Милан Новак, каменщик, номер 13041. Ты? Вацлав Яндраш. Вацлав Яндра, кузнец, номер 37642. Туда. Иван Кучера, цимбабан. Иван Кучера, плотник, номер 38201. Ду. Эдгар Мильх, электрик. Эдгар Мильх, электрик, номер 41234. Bitte gehen wir weiter. Achtung! Müssen ab! Дальше. То есть твое место. За мной. Я Альберт Кунц. Эдгар Мильх. Эдгар Мильх. Он как сошел. Что так смотришь? Трудно узнать. А где ты меня видел раньше? На фотографии. Ты и Вильгельм Пик у домика Гёте в Веймаре. Что-то не припомню, когда это было. Осенью 32-го года вас снимал Вальтер. Да, это было в 32-м. Тысячу лет назад. Ты ведь не немец? Я из Москвы. Капитан Еловой от советской группы сопротивления. Доктор Ян Чешпива, наш диспетчер саботажа, теперь возглавляет Чехословацкий комитет. Збышек Дубинский, польское сопротивление. Винсент Хайн, бельгийская секция. Поль Баси от французского комитета. Товарищ Эдгар Мильх прибыл к нам с рекомендацией Вильгельма Пика. Времени у нас немного, товарищи, поэтому я предлагаю обсудить конкретные практические вопросы и разойтись. Здравствуй, Марта. Здравствуй, Анна. У меня опять сломалась душка. Зайдешь завтра, будет готово. А это передай профессору. Спасибо. До свидания. До свидания. Центр Антонову. Млынский подтвердил производственные связи Доры с заводами-поставщиками ракетных двигателей в Тропау, корпусов в Корцене и радиоэлектронной аппаратуры в Тухеле. Профессор. Корцен, 19 февраля 1945 года. Пау, 20 февраля. Тухель, 21 февраля.
Заводы в Корцене, Трапау и склады в Тухеле полностью уничтожены. Сплошные кучи развалин. Расследование показало, что действовали диверсионные группы русских вместе с чешскими партизанами. Это крупнейшая диверсия на территории Рейха. Прошу прощения, группенфюрер. Сообщение чрезвычайной важности. Лаборатория опознания гестапо сообщает, в документах, присланных из Кракова, фотография на допуске инженера Кюнля, посетившего в октябре особую зону Величко, не соответствует оригиналу. Кюнля ко мне. Немедленно! Здесь микрокопии чертежей, важнейших узлов, схемы наведения ракет. Все, что вы просили. Описание технологических процессов. Бумага папиросная от сигарет на разных языках. Русском, польском, немецком, норвежском, сербском, французском, венгерском. Разумею. Все, кто мог, помогали. Спасибо, товарищ Шпива. Ты только выбери с ними отсюда, товарищ Мильх. Спасибо. Почему прекращена подача цемента на объект? Вышел из строя транспортер, господин подполковник. Меры приняты. Мастер смены расстрелян. Если вы еще раз, без моего согласия, расстреляете специалиста, я доложу штурмбанфюреру Занге, что вы умышленно срываете работу. Что тут случилось? Почему стоит транспортер? А вы где находитесь? Идите на место. Здесь документы огромной важности. Передать Карасеву. Срочно. В моей машине тайник. Если задание выполнили, я бы мог... Спасибо, Фридрих. Я не могу рисковать этими документами. Через 10 минут транспортер должен работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Блинский с вами? Нет, он остался в Доре. Не хотел рисковать вот этими документами. Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы вызволить его оттуда. Личность человека, выдававшего себя при посещении Велички за инженера Кюнля, установлена, группенфюрер. Это Шумский. Автомеханик. После посещения зоны исчез. Имперский розыск пока не дал никаких результатов. Это Гелена Цильке, певичка из ресторана «Монополь», пособница Шумского, 25 лет. Также исчезла. Объявлен имперский розыск. Мы проверили, где Кюнль бывал перед отъездом в Краков. Ресторан «Медведь». Невесту Кюнля, она активный член Союза немецких девушек, и частную зубоврачебную клинику профессора Фриба. Так, у этого дантиста солидная клиентура. Копайте, штандартенфюрер, копайте, ведь кто-то навел их на Кюнля. За нами начали слежку. По-моему, после ареста Кюнля. К Марте ходить нельзя, отсюда передавать опасно. Только в исключительных обстоятельствах. Слушайте мой приказ. Все компоненты для производства атомного оружия и оборудования для изготовления сверхмощных ракет перебазировать в Альпы.
Работы продолжать до полного их завершения. Генерал-полковник фон Хорн, ваша задача в кратчайший срок создать в Альпах укрепленный район и удержать его, что бы ни происходило здесь, в Берлине, в Центральной Германии. Группенфюрер Вольф, я поручаю организацию и охрану транспорта из лагеря Дора и производство оружия возмездия на месте в Альпах. Дорогие друзья, товарищи, на востоке Красная Армия форсировала ход. Бои идут уже в Центральной Германии, но до полной победы еще много крови. Гитлер делает отчаянную ставку на оружие возмездия, на те самые ракеты, которые выпускаются здесь, в Доре. Соединив с мощным зарядом, фашисты планируют обрушить их на мирные города, чтобы утянуть за собой в могилу новые миллионы людей. Мы должны сорвать этот варварский замысел. Время саботажа и пассивного сопротивления прошло. Надо готовить восстание. Мы не рабы. Мы бойцы антифашистского сопротивления. Да здравствует свобода! Смерть фашизму! Да здравствует свобода! Тихо, тихо, товарищи! Прошу соблюдать строжайшую дисциплину. Немедленно разойтись по своим блокам и рассказать о том, что сейчас услышали. После эвакуации Доры заключенных специалистов отправить в Альпы, остальных уничтожить. Группенфюрер, половина машин изношена до предела. У большинства грузовиков необходимо переоборудовать тормозные системы для движения по горным дорогам. Завтра все работы должны быть закончены. Вы меня поняли, штурмбанфюрер? Завтра к 23 за невыполнение расстрел. Группенфюрер, фельдсвязь из Берлина, лично. Danke. Русские в Австрии форсировали Дунай. Выход первой колонны должен быть завтра в 22.00. В 22. Вы поняли, Занге? Дора ликвидируется. У меня приказ вывести вас. Буду ждать через полчаса у вентиляционного штрека номер 3. Господин подполковник, нам передали предупреждение. В сторону Нордхаузена движется армада американских бомбардировщиков. Благодарю. Пропустить! Надо теперь сделать все, чтобы спасти людей в Доре. Когда нас ждет Карасев? Через 3 часа. Через 3 часа? Поздно. Упустим колонны. Об эвакуации завода в Дора необходимо срочно поставить в известность центр. Возьмите. Фридрих, надо немедленно позвонить в Берлин профессору Фрибе.
и передать следующее. Запоминайте. Я от Артура Горста. Я от Артура Горста. Если вас по-прежнему беспокоит радикулит. Если вас по-прежнему беспокоит радикулит. Алло? Можно профессора Фрибе? Да-да, я слушаю. Здравствуйте, доктор. Я от Артура Горста. Откуда звонок? Быстро. Если вас по-прежнему беспокоит радикулит, то Горст рекомендует состав акафита номер 3, раствор белого мышьяка в 48% спирте, 1 к 10 в 12 степени, одна часть. Говорят из Нордхаузена, по автомату 31, вызывайте гестапо Нордхаузена. И раствор фарфора белого в 33% спирте, 1 в 6 степени, одна часть. И у вас радикулит как рукой. С Нордхаузеном связь прервана, штандартенфюрер. Нордхаузен, 6 апреля 1945 года. Берлин для группенфюрера Вольфа. Крюгер слушает. Докладывает штандартенфюрер Кетль. Дай сюда. Накануне бомбежки американцами Нордхаузена был записан кодированный разговор по телефону абонента из Нордхаузена с доктором Фрибе. 5 минут назад Берлинский центр радиоконтрразведки запеленговал работу неизвестной радиостанции в районе Фридрихштрассе. Передача продолжается. Капитан Вебер просит разрешения блокировать 3-й и 5-й квартал. Отставить, Хеттер. И так все ясно. Выезжайте сами немедленно на Фридрихштрассе 10 к Фрибе. У вас есть возможность взять его с поличным. Все. Ай-яй-яй, профессор. Центр «Молния» от Млынского. В соответствии с приказом Гитлера, завершение работ над атомным оружием и производством сверхмощных ракет будет продолжено в Альпах. В
районе Штайра в Тироле создается укрепрайон силами группы армии фон Хорна. Эвакуация компонентов уранового проекта и технологического оборудования для создания сверхмощных ракет из Доры и ее филиалов в Альпы. Ты успеваешь? Мне нужно еще несколько минут. Прощай. Я постараюсь их задержать. Будет производиться в ночное время автоколоннами по 100-200 грузовиков с интервалами в 2 часа. Маршруты колонн проходят по дорогам 14, 15, 17 и 19, общим направлением на Ронштадт. Ответственный группенфюрер Вольф. Личное. Наша работа закончена. Коды и оборудование уничтожили сами. Прощайте, товарищи. Анна и Вальдемар Фрибе. Хендер! Ключ. Встать. Обыщите его. Цианистый калий. Пожилого человека не смогли взять. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуй, Саша. Бьетцев погиб. Знакомьтесь, товарищ полковник, лейтенант Елена Коваленко. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Наденьте шинель, на перевале холодно. Вот ваш документ. Машину поведет Елена. Она отлично знает дорогу. Я буду вас прикрывать. Садитесь в машину, товарищ полковник. На границе тщательная проверка, поэтому свернешь на 208-м километре. Угу. Резко не тормози и помни, что я все время следую за вами. Что бы со мной ни случилось, не останавливаться. Документы, bitte. Пожалуйста, ваши документы. Bitte. Danke. Мой муж демобилизован по ранению.
Я везу его из госпиталя домой в Плауэн. Я очень сожалею, но вам придется пройти со мной, фрау Кашке. В чем дело? Необходимо сделать контрольную отметку у фельдфебеля. Лист, за ней! Я позвоню в Плауэн. Плауэн, я Мюллер. Черный Мерседес по розыску гестапо. Лист, что у тебя? Это надолго. Господин капитан, вы подставили бок своего катафалка. Извините, я хотел вам помочь. Я видел, что она удирала. Что мне ваши извинения? Там женщина, за которую по розыску гестапо назначено 5000 марок. Садитесь в машину. Едем за ней. Быстрее. Лист, позвони в Плауэн. Это наши. Остановите. Кто такие? Блюм, это я, Мюллер. Вы ее не встретили? Нет. Значит, свернула на 208 километре. Следуйте за нами. Быстрее. Они нас догоняют. Спокойно, лейтенант. Назад, Лена. Возвращаемся. Я не имею права. Я приказываю. Жив, Сташа. Держись. Я же сказал не останавливаться. Ладно, ладно. Я же приказал. Поедем домой, Саша.
командующему 3-м Украинским фронтом срочно 7 апреля 1945 года. Обеспечьте поддержку действий отряда особого назначения полковника Млынского десантами ударных групп фронта, бомбардировочной и штурмовой авиации с целью захвата или уничтожения спецавтоколонн противника, следующих в направлении Тирольских Альп. Время и место ударов по колоннам определить по согласованию со штабом полковника Млынского. Антонов. Австрийские Альпы, 9 апреля 1945 года. Успели взорвать. Что? Все машины с компонентами по производству атомного оружия. Усильте охрану ракет. Есть. Полеплуковнику! Ваш рассказ, господин. Капитан, посмотрите, что на перевале. Добже. Узнаешь, Иван Петрович? На этот раз не ушел шкура. Поезд Вольф. Где Вольф? Удрал. Господин полковник, господин полковник. Ерофеич, убери его. Иди. Товарищ полковник, взят в плен генерал фон Хорн со штабом. Генерал-оберст фон Хорн. Генерал-полковник фон Хорн, командующий группой армии Альпийская крепость. Требую свидания с высшим представителем вашего командования. Я здесь представитель советского командования. С кем имею честь? Полковник Млынский. Ну вот мы и встретились. Das ist das Ende. Это конец. Для вас, генерал, да. А для новой Германии это начало. Полковник. С победой. Капитан. Спасибо. За победу, товарищ полковник. За победу. За победу. За счастье. Спасибо. Баскунчак! А, баскунчак, баскунчак! Баскунчак тоже земляк!
жив, Ерофеевич. Зацепил, Петрович, маленько. Держись, батя. Думаешь, отлежусь? Должен, Ерофеевич, должен. Духас Гишосен. Духас Гишосен. Warum? Er hat mir befohlen zu schießen. Hitler kaputt. Der Krieg ist aus. Бухенвальд. Ревир Зекс. Тогда он был со стеком. Hitler kaputt. Der Krieg ist aus. Повести. Пошли. А что с этим делать, товарищ полковник? Иван Петрович, отпусти пацана. Несмышленых еще. Вот только медаль заморал поганец. Ты слышал, что сказал Ерофеевич? Исполняй. Есть. А ну, проваливай! Беги! Беги отсюда! Чёртовой матери! Ну! Наших свет от праздничных ракет, прислушайся к торжественным раскатам. Мой верный побратим, давай поговорим, как могут говорить солдат солдатам. Мы без вести пропав, все в жизни потеряв, опять дорогу к дому находили. И только потому с тобою в 45-м победили. Нет, мой друг, мы не позабудем, день за днем в памяти вернем, как с тобой мы служили людям под огнем, под огнем, под огнем. Когда пришла пора, урочный пробил час, мы устремились к вражеским пределам. Для каждого из нас, для каждого из нас победа становилась личным делом. В атаке лобовой и в схватке штыковой себя ни на минуту не щадили. И только потому с тобою в 45-м победили. Мы в строй единый встав, как требует устав, давали слово воинской присяги. И подписью своей скрепили это слово на Рейхстаге. Бросая в бой сердца, сражаясь до конца, мы землю от чумы освободили. И только потому с тобою в 45-м победили. Нет, мой друг, мы не позабудем, день за днем в памяти вернем, как с тобой мы служили людям под огнем, под огнем, под огнем.